Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам продолжаем данный наиважнейший плейлист. Практическая грамматика английского языка с нуля, урок 45. И мы с вами переходим к упражнениям. Еще больше практики. Мы с вами двигаемся по нашему плейлисту. Рекомендую смотреть все уроки, прорабатывать, потому что материал накладывается друг на друга. Мы разбираем различные моменты, аспекты. И в частности рекомендую также включать как фон, чтобы всегда вот погрузиться в эту среду. Значит, соответственно, у нас с вами был урок 45-й. Мы с вами подробно разбирали, значит, past simple, negative form, различные тонкости. Значит, мы с вами много что разобрали. Сейчас у нас с вами только уже идет проверка ваших знаний. Значит, соответственно, весь материал, соответственно, в уроке 45 и в предыдущих уроках. Сейчас у нас с вами только идет проверка знаний. Потому что очень часто задают вопросы, значит, а почему так? Да мы же это разбирали в том уроке. Просто надо уроки просмотреть. Вот и все. А не выборочно это все брать. Итак, значит, пример. Я решил, значит, изучать английский реально, серьезно. Я решил. I decided изучать английский. To learn English. Реально, серьезно. Really seriously. I decided to learn English. Really seriously. Мы как раз с вами говорили по поводу глагола decide. Значит, decided to learn. И, соответственно, по поводу глагола learn, что изучать это learn, а стать это больше в каком-то заведении. Там, study at school, at university, в школе, в университете. I decided to learn English. Really seriously. Далее. Я улучшил свой английский очень сильно благодаря этому каналу. Я улучшил. I улучшил. Друзья мои, мы все это разбирали. Смотрите просто теорию, повторяйте, выписывайте незнакомые слова, мы это слово сами проходили. Итак, я улучшил. Будет I improved свой английский. My English, соответственно, благодаря, нет, очень сильно, I improved my English. Значит, очень сильно, значительно, это greatly, благодаря этому каналу. Мы также с вами разбирали эту фразу благодаря thanks to этому каналу, thanks to this channel. I improved my English greatly thanks to this channel. Далее, у нас с вами в основном отрицательные предложения, но также у нас будут с вами и утвердительные, чтобы тренировать те или иные конструкции. Итак, он не забыл, значит, сделать это. Он не забыл. He не забыл. Didn't forget сделать это. He didn't forget to do it. Мы решили встретиться опять. Мы решили. We decided встретиться опять. To meet again. We decided to meet again. Он не поблагодарил их за помощь. Он, he, не поблагодарил. He didn't thank их, them, за помощь. Это будет for help. He didn't thank him, he didn't thank them for help. Я не хотел ехать в другие места. Я не хотел. I didn't want ехать to go в другие места. To, как сказать другие? Вот другие это будет other. I didn't want to go to other places. In other это другое единственное число. Множественное число это other. I didn't want to go to other places. Мы не были удовлетворены его ответом. Мы не были удовлетворены. С вами также все разбирали. Смотрите более внимательно теорию. We weren't удовлетворены. Satisfied его ответом. With his ответ будет answer. We weren't satisfied with his answer. So, I decided to learn English really seriously. I improved my English greatly thanks to this channel. He didn't forget to do it. We decided to meet again.
He didn't thank them for help. I didn't want to go to other places. We weren't satisfied with his answer. Next. Значит, мне очень понравилось посетить то место. То есть, очень понравилось, если дословно это получил это удовольствие обожать. Здесь нужно использовать глагол обожать. То есть, мне очень понравилось. I, значит, это глагол у нас enjoy. Как вы скажете, мне очень понравилось. I enjoyed. Мне очень понравилось посетить то место. I enjoyed. Посетить будет visit. И добавляем инговую форму, как мы с вами говорили. I enjoyed visiting то место, that place. I enjoyed visiting that place. То есть мне очень понравилось посетить то место. I enjoyed visiting that place. В принципе, можно сказать I liked. Мне понравилось. I liked. I liked visiting this that place. Но enjoy это более сильное. I enjoyed visiting that place. Далее, мы не забыли заплатить ему эту сумму денег. Мы не забыли. We не забыли. Didn't forget. Заплатить ему. Заплатить будет to pay him эту сумму денег. Эту сумму денег. This. Сумма денег. Some. Кого чего родительный падеж of. И says the money. We didn't forget to pay him this sum of money. Она не знала, что сказать. Она. She. Не знала. Didn't know. Что сказать? Это будет what to say. She didn't know what to say. Мне не понравилась та история. Мне не понравилась. I не понравилась. Didn't like та история, that story. I didn't like that story. Далее. Мне очень понравилось смотреть твое видео. Вот очень понравилось это enjoy. Значит, мне очень понравилось I enjoyed смотреть твое видео. Значит, смотреть видео это глагол watch мы используем. Watch a video, смотреть видео, watch a movie, смотреть фильм. И глагол watch, но сингловой формы. I enjoyed watching твое видео, your video. Thank you. I enjoyed watching your video. Значит, нам не понравилась та еда. Нам не понравилась. We didn't like та еда. That food. We didn't like that food. Далее. Я решил посмотреть весь плейлист. Я решил. I decided посмотреть. To watch. Весь плейлист, to watch all the playlist. I decided to watch all the playlist. So, I enjoyed visiting that place. We didn't forget to pay him this sum of money. She didn't know what to say. I didn't like that story. I enjoyed watching your video. We didn't like that food. I decided to watch all the playlist. Next. Я не помнил правильный ответ. Я не помнил. I didn't remember правильный ответ. The correct ответ answer. I didn't remember the correct answer or the right answer. Значит, я ненавидел говорить одни и те же вещи снова и снова. Я ненавидел. I hated. Говорить одни и те же вещи. Вот сказать, говорить, это глагол say. Значит, получается, I hated saying одни и те же вещи. Те же самые вещи. Это будет фраза the same. Те же самые, одни и те же вещи. Things. Снова и снова. Это фраза again and again. I hated saying the same things again and again. Далее. Я общался с людьми из разных стран. Я общался, I... Как будет общаться, кстати? Это глагол communicate. Прошедшее время, ED. I communicated с людьми, with people,
из разных стран. Из это будет from, разных стран будет different countries. I communicated with people from different countries. Значит, это было прекрасно. Это было прекрасно. It was, можно сказать, wonderful, wonderful. Или, например, it was great. Также, it was great. Это было прекрасно. It was wonderful. It was great. Далее. Следующее. Я не хотел учиться в другом месте. Я не хотел. I didn't want учиться to study в другом месте. В другом будет in another place. I didn't want to study in another place. Значит, мы не решили ту проблему. Мы не решили. We didn't solve ту проблему, that problem. We didn't solve the problem. Значит, задача была не такая простая. Задача была, соответственно, мы скажем, задача конкретная, поэтому the task была. Нет, задача не была такой простой. Задача не была такой простой. The task не была, wasn't такой простой, so easy. The task wasn't so easy. Я не помнил его имя. Я не помнил. I didn't помнил будет remember его имя, his name. I didn't remember his name. Okay, so I didn't remember the correct answer. I hated saying the same things again and again. I communicated with people from different countries. It was wonderful. Or it was great. I didn't want to study in another place. We didn't solve that problem. The task wasn't so easy. I didn't remember his name. Next. Он не сказал мне всю правду. Он не сказал мне. He не сказал. He didn't tell me всю правду. All the truth. He didn't tell me all the truth. Она улучшила свой испанский сильно. Она улучшила. She improved свой испанский, her Spanish. Сильно это будет a lot, но очень сильно это greatly. She improved her Spanish a lot. Значит, я продолжил навещать ее. Я продолжил. Значит, продолжать это continue, прошедшее время continued. Навещать, посещать, это глагол visit. Значит, добавляем туда ингую форму. I continued visiting her. I continued visiting her. Мне не понравилось представление. Мне не понравилось представление. Мы с вами скажем I didn't like представление конкретное, поэтому the performance. I didn't like the performance. Значит, я ненавидел говорить о той проблеме. Я ненавидел. I hated говорить talking о той проблеме about that problem. I hated talking about that problem. Далее. Я не согласился с ними. Я не согласился. I didn't. Соглашаться будет agree с ними. With them. I didn't agree with them. Мы не видели нашего босса на прошлой неделе. Мы не видели. We didn't. Видеть это see. Нашего босса, our boss, на прошлой неделе, last week. We didn't see our boss last week. Он не улучшил свою грамматику. Он, he, не улучшил, didn't. Улучшать будет improve свою грамматику, his grammar. He didn't improve his grammar. So, he didn't tell me all the truth. She improved her Spanish a lot. I continued visiting her.
I didn't like the performance. I hated talking about that problem. I didn't agree with them. We didn't see our boss last week. He didn't improve his grammar. Мне не понравился тот канал. Мне не понравился. I didn't like тот канал. That channel. I didn't like that channel. Я не услышал, что хотел. Я не услышал. I didn't. Значит, услышать это hear. Что хотел? What? Что хотел? Мы с вами говорили про эту конструкцию. Нужно подлежащее и сказуемое здесь употреблять. What I wanted. I didn't hear what I wanted. Именно так. Далее. Я не поверил ему сначала. Я не поверил. I didn't. Поверить будет believe. Ему, him. Сначала эта фраза at first. I didn't believe him at first. Она не видела его вчера. Она, she, не видела, didn't see его, him, и вчера будет yesterday. She didn't see him yesterday. Он не сказал мне одну очень важную вещь. Он не сказал мне, he didn't tell me, одну очень важную вещь, one, очень важная вещь, one very important thing. He didn't tell me one very important thing. Next. Я обожал проводить время с ними. Я обожал. То есть мне очень нравилось. Это I enjoyed. Проводить время. Вернее, spend time. Поэтому мы сами скажем I enjoyed spending time с ними. With them. I enjoyed spending time with them. Соответственно, он сказал мне всю информацию. Он сказал мне, he told me all the information. He told me all the information. Мы с вами говорили также про все это. Более внимательно смотрите уроки. Итак, она не сказала мне, что мне было нужно. Она не сказала мне, she didn't tell me, она не сказала мне, что, what, что мне было нужно. То есть, в чем я нуждался. What I needed. She didn't tell me what I needed. I didn't like that channel. I didn't hear what I wanted. I didn't believe him at first. She didn't see him yesterday. He didn't tell me one very important thing. I enjoyed spending time with them. He told me all the information. She didn't tell me what I needed. Мы не знаем, почему она не благодарила его. Не поблагодарила его. Мы не знаем. We don't know, почему, why, она не поблагодарила его. Она, she, не, didn't, благодарила, thank him. We don't know why she didn't thank him. Это не было странным предложением. Это не было. It wasn't. Странным предложением, то есть когда нам что-то предлагают, it wasn't. A strange предложение будет offer. It wasn't a strange offer. То предложение было вполне нормальное. То предложение that offer было was вполне нормальное, quite normal. That offer was quite normal. Я решил, значит, поменять свою работу, сменить свою работу. Я решил, I decided сменить. To change свою работу, to change my job. I decided to change my job. Он не улучшил свой английский. Он, he, не улучшил, didn't improve свой английский, his English.
He didn't improve his English. Мы не знали, почему она не верила нам. Мы не знали. We didn't know, почему, why, она, she, не верила нам. Why she didn't, верила будет believe, и нам, us. We didn't know why she didn't believe us. Она не нашла свои пропавшие ключи. Она, she, не нашла, didn't find, свои пропавшие ключи. Her lost, ключи будет keys. She didn't find her lost keys. Я не хотел учиться там. Я не хотел. I didn't want учиться там. To study there. I didn't want to study there. We don't know why she didn't thank him. It wasn't a strange offer. That offer was quite normal. I decided to change my job. He didn't improve his English. We didn't know why she didn't believe us. She didn't find her lost keys. I didn't want to study there. Next. Мы не ожидали таких плохих результатов. Мы не ожидали we. Didn't. Как будет ожидать? Expect. Таких плохих результатов. Мы с вами говорили даже про эту конструкцию в наших уроках. Such. Плохих результатов. Such bad results. We didn't expect such bad results. Значит, я продолжил изучать английский. Там. Я продолжил. I continued изучать английский. Learning English. Там. There. I continued learning English there. Next. Значит, они не были удовлетворены его решением. Они не были удовлетворены. They weren't satisfied его решением with his decision. They weren't satisfied with his decision. Значит, мы продолжили обсуждать ту проблему. Мы продолжили. We continued обсуждать, discussing ту проблему, that problem. We continued discussing that problem. Мы не знали, как решить ее. Мы не знали. We didn't know, как решить ее. How решить. How to solve it. We didn't know how to solve it. Далее. Я не был удовлетворен своими результатами. Я не был удовлетворен. I wasn't удовлетворен. Satisfied своими результатами with my results. I wasn't satisfied with my results. Я решил посмотреть все видео в этом плейлисте. Я решил, I decided посмотреть, to watch все видео, all the videos, конкретные, all the videos. Мы с вами говорили про эту конструкцию как раз не раз. I decided to watch all the videos в этом плейлисте, in this playlist, in this playlist. I decided to watch all the videos in this playlist. Okay, so we didn't expect such bad results. I continued learning English there. They weren't satisfied with his decision. We continued discussing that problem. We didn't know how to solve it. I wasn't satisfied with my results. I decided to watch all the videos in this playlist. So really, I think it's a good idea. И также вспомнилось было приложение «Не согласен». То есть можно сказать, соответственно, если я не согласен, I didn't agree или I disagreed в одно слово, также допустимо.
друзья мои. В любом случае, пишите о ваших результатах. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Видите, материал становится сложнее и интереснее, поэтому ничего не пропускайте, потому что иначе дальше вы просто не сможете идти дальше. Обязательно все прорабатывайте несколько раз. И, конечно, thank you very much, my friends.